Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео речь пойдет про крутой девайс от компании Freemax под названием Onyx 2. Onyx 2 поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри, есть логотип производителя и название самого устройства. Также чуть ниже расположилась плашка с цветом, который ждет нас внутри. На противоположной стороне у нас все как всегда, технические характеристики и комплектация. Также есть скретч-код для проверки устройства на оригинальность. Вейп обладает классическим форм-фактором стика, правда слегка утолщенный. Корпус мода выполнен из металла. На лицевой и обратной стороне разместились многослойные декоративные панели с необычными узорами, отличающимися в различных расцветках. Всего представлено 6 разных цветов. На лицевой панели разместилась единственная кнопка Fire с небольшим углублением, она довольно удобная и обладает приятным кликом, а чуть ниже находится 4 светодиода. Один отвечает за работу устройства, а 3 других за заряд аккумулятора. Внутри этого небольшого девайса разместился поистине огромный аккумулятор на 900 мАч. Заряжается он силой тока в 1,5 ампера, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно за 45 минут. Стоит отметить, что одного такого девайса смело хватит на один день парения. Правда, возможно, придется один раз дозаправить картридж. Регулировка мощности и затяжки в данном устройстве, к сожалению, отсутствует. Напряжение на картридж может подаваться как при помощи затяжки, так и при помощи кнопки Fire. Кстати, троекратное нажатие на кнопку Fire блокирует устройство. Теперь пару слов про картридж. Крепится он при помощи двух довольно прочных магнитов, держится все надежно, ничего не шатается. Объем картриджа 2 мл и работает он на сменных испарителях, коих есть 4 вида. Три из них обладают тугой затяжкой и были созданы специально для крепких жидкостей. Четвертый обладает средней тугой затяжкой и был создан для обычного никотина. Одного испарителя в среднем будет хватать на 2-3 недели использования. Из плюсов данного девайса я могу смело выделить огромный аккумулятор, отличную сигаретную затяжку, просто бешеную вкусопередачу и прекрасный форм-фактор. Он круто лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.